иногда для полного счастья не хватает всего ничего – денег. А ведь сколько планов и желаний можно было бы осуществить, будь у вас в распоряжении кругленькая сумма. А что, если бы вы могли притянуть деньги силой мысли всего за 3 месяца или еще раньше? Сейчас вы узнаете, как притянуть к себе деньги без физических усилий и ускорить исполнение своего финансового желания. Шаг 1. Формулируем финансовое желание. Чтобы привлечь желаемую сумму, первое, что нужно сделать – сформулировать денежное желание. «Хочу привлечь деньги моментально». «Не пойдет». Формулировать намерение нужно правильно. Какие сложности могут возникнуть с загадыванием? Оказывается, все не так просто. Когда я тестировал разные способы притянуть деньги, то наткнулся на видео, в котором рассказывают о важном нюансе при создании намерения. Секрет в том, что желание нужно загадывать так, как будто оно уже свершилось. Учтите, это не то же самое, что формулирование в настоящем времени. В чем же разница? Дело в том, что, используя настоящее время, вы не уточняете результат, который хотите получить. Например, формулировка «я отдаю все свои долги» описывает процесс в настоящем. Что это значит? А то, что вы буквально просите Вселенную привлечь ситуацию, в которой будете отдавать долги бесконечно. Оно вам надо. А вот желание, сформулированное «как я свободен от долгов и кредитов» – это результат. Таким образом, если вы хотите притянуть деньги силой мысли, представьте, что в настоящий момент уже получили желаемый результат. Вот еще несколько советов о том, как правильно формулировать намерение, чтобы привлечь изобилие. Не думайте о том, каким способом к вам придет желаемая сумма. Не ставьте жестких временных рамок, а просто представляйте, что средства у вас уже есть. Запишите свое намерение на бумагу. Фиксация желания равно договор со Вселенной. Готово? Тогда переходим к следующему шагу навстречу богатству. Шаг 2. Находим и устраняем помехи. Итак, ваше намерение сформулировано. Но не торопитесь приступать непосредственно к техникам по притяжению богатства. Независимо от того, хотите вы привлечь деньги моментально или планируете работать над желанием в течение нескольких месяцев, сначала вам нужно настроить сигнал, который вы посылаете во Вселенную. Дело в том, что наш мозг постоянно транслирует различные сигналы, и его, подобно радиоприемнику, можно настроить на определенный диапазон частот. Каждую секунду мысль, родившаяся в нашей голове, тут же транслируется вовне. Так мы настраиваем свою жизнь на определенную частоту. Работая над своим желанием, регулярно используя различные практики и техники, мы настраиваем свой сигнал на изобилие и радость. Но вы не сможете притянуть деньги силой мысли, если ваш сигнал перебивают помехи. Помехи – это мысли, противоположные вашему желанию. Они перебивают ваш сигнал, когда вы думаете о долгах и нужде, фиксируете свое внимание на проявлении бедности в этом мире, осуждаете состоятельных людей. Завидуете тем, чье финансовое положение лучше вашего, считаете, что легких денег не бывает и за все придется платить. Именно ваши мысли притягивают деньги или отталкивают их. Все зависит от того, о чем вы думаете и что вы чувствуете. Чтобы устранить помехи, настроиться на нужную частоту и привлечь изобилие необходимо. Фокусировать внимание на любых положительных проявлениях финансовой энергии. Радуйтесь и собственным финансовым поступлениям, и богатству других людей. Отслеживать мысли и слова. Если заметили ту или иную помеху, тут же меняйте ее на положительную установку. Поддерживайте хорошее настроение и не позволяйте себе впадать в уныние. Важно ежедневно, даже в повседневной рутине, находить проявление желаемого и фокусировать на этом внимание. Шаг 3. Меняем вектор мышления из нужды в богатство. Следующий этап – трансформация мышления. Ведь если вы обладатель мышления бедняка, то никакие волшебные способы и техники не помогут притянуть деньги. Трансформация – процесс трудоемкий. Он включает в себя и поиск негативных денежных установок, и замену их новыми путем подсаживания правильных мыслей и работу с эмоциями. Конечно, это займет время.
но чтобы притянуть деньги силой мысли, важно как минимум начать трансформацию установок. Станьте хорошим полицейским, который всегда стоит на страже, и пристально отслеживайте мысли бедняка. Как только слышите в своей голове: «Я не могу это себе позволить. Мне не светит такая машина, квартира, шуба. Деньги меня не любят. Мне всегда не везет. Деньги – это зло» и так далее. Тут же отправляйте этих преступников за решетку. Таким установкам не место в вашей жизни. Чтобы привлечь богатство, ежедневно в течение 10 минут проговаривайте позитивные утверждения и фразы. Можете даже встать при этом перед зеркалом, чтобы ваш разум создал прочную взаимосвязь между вами и богатством. Итак, какие правильные мысли притягивают деньги в вашу жизнь? 1. Мне нравится много зарабатывать. 2. Мой доход постоянно растет. 3. Каждый день я вижу новые возможности для заработка. 4. Мой доход увеличивается каждый день, независимо от того, работаю я, сплю или отдыхаю. 5. Я имею все по праву рождения. 6. Я заслуживаю того, чтобы быть богатым, состоятельным и процветающим человеком. 7. У меня всегда больше денег, чем мне нужно. 8. Гениальные идеи каждый день посещают мой разум. 9. Быть успешным? Легко. Успех – это моя стихия. 10. Я легко зарабатываю деньги, занимаясь любимым делом. 11. У меня все получается сегодня и всегда. 12. С каждым днем денег становится все больше и больше. 13. Мне все под силу, я все умею. 14. Я успешен и богат. Эта практика поможет вам открыть свой разум для осознания того, что вы можете стать обеспеченным человеком и что вы заслуживаете это. Впустите в свою жизнь новые возможности, чтобы привлечь желанное богатство. Шаг 4. Используем лучшие способы притянуть деньги. Теперь пришло время поработать над исполнением конкретного денежного желания. Существуют разные способы притянуть деньги в свою жизнь. Лиза предлагает нам множество отличных практик и ритуалов. Я выбрал 3 простые техники, выполнение которых не требует специальной подготовки и много времени. С их помощью можно привлечь деньги моментально, если они нужны уже сейчас, а можно поработать над исполнением крупного финансового желания в долгосрочной перспективе. Техника номер 1. Деньги за 24 часа. Эта простая техника позволит привлечь деньги моментально. У меня получилось материализовать $50, бонус от заказчика, уже на следующий день. Как притянуть к себе деньги с помощью этой техники? Мысленно сформулируйте свое намерение и отправьте его во Вселенную. А затем нужно сделать 3 простых шага. 1. Подумайте о том, как ваши мысли притягивают деньги, а к вам приходит желаемая сумма. Представьте ее в виде чека, выписки со счета, СМС от банка или наличности в руках. 2. Включите воображение и представьте в деталях, как это происходит прямо сейчас. Эти деньги уже у вас, вы получили их. 3. Прочувствуйте этот момент, проживите эмоции и чувства максимально ярко. Мысли, приправленные сильными эмоциями, гораздо быстрее будут доставлены во Вселенную. Визуализируйте, представляя в красках, как вы смотрите на полученные деньги и понимаете, что это богатство вам удалось привлечь в течение 24 часов. Техника номер 2. Чек изобилия. Только представьте, эту технику использовал сам Джим Керри, еще будучи безработным комиком. Он верил, что мысли притягивают деньги и что фантазии об актерской карьере обязательно станут реальностью. Через несколько лет Джиму удалось выстрелить в кино и привлечь сумму с 6 нулями. За это он не раз благодарил Вселенную и свой чек изобилия. Как притянуть к себе деньги с помощью волшебного чека? Это очень легко. Но важно во время выполнения техники держать в голове намерение и пребывать в приподнятом настроении. Итак, возьмите чистый лист бумаги. Можно скачать и распечатать шаблон чека из интернета или сделать его собственными руками.
в шапке «Чек» напишите «Чек банка изобилия Вселенной», а ниже расположите 4 графы «Сумма к оплате», «Кому», «Выплата на» и «Основание платежа». В первой графе напишите ту сумму, которую желаете получить. Во второй свое имя и фамилию, помня, что вы достойны богатства. А в третьей укажите, на какие цели пойдут эти деньги. Вселенная не любит давать просто так, она всегда награждает нас во имя какой-то цели. А потому, если вы хотите реализоваться в определенной сфере, то укажите причину, основание платежа, по которой к вам поступает эта сумма. Джим Керри, например, написал в своем чеке, что получит 10 миллионов долларов за актерские услуги. Так оно и случилось. И если ему удалось притянуть деньги силой мысли, значит и у вас есть шанс. В конце сделайте графу подпись и обозначьте отправителя. Ваш спонсор, конечно же, Вселенная. Сохраните чек и ждите материализации. Техника номер 3. Как привлечь небольшую сумму или экспресс-метод исполнения желания. Это еще один классный способ привлечь деньги моментально. Он подойдет вам, если конкретная сумма нужна как можно скорее. Состоит техника из 3 простых этапов. Этап 1. Сформулируйте и запишите намерение. Этап 2. Успокойте свои мысли и создайте в голове тишину. Как это сделать? Встаньте ровно и сосредоточьте внимание на любой горизонтальной линии перед собой. Это может быть край стола или крыша дома за окном. Сфокусируйтесь на этой линии и начните растягивать внимание вдоль нее. Буквально через несколько секунд ваш разум заглушит лишние мысли и погрузится в полную тишину. Этап 3. Побыв буквально пару секунд в вакууме, отправьте свой запрос во Вселенную. Для этого громким внутренним голосом повторите намерения, которые вы записали. Говорите так, будто отдаете команду. Выполнять эту технику лучше перед сном. Все описанные выше способы притянуть деньги хороши тем, что очень просты в исполнении и при этом крайне эффективны. Выберите любой понравившийся или используйте все 3 сразу. Шаг 5. Ускоряем материализацию на альфа-уровне. Хотите узнать, как притянуть к себе деньги максимально быстро? Ключ к скорейшей материализации – это визуализация в расслабленном состоянии на альфа-уровне. Практически все техники исполнения желаний связаны с представлением конечного результата и проживанием соответствующих ощущений и чувств. Чтобы повысить эффективность любой техники и притянуть деньги силой мысли, достаточно во время практики выйти на альфа-уровень. Как это работает? Когда вы визуализируете на альфа-уровне, правое полушарие мозга активизирует связи с подсознанием. Тем самым фактически открывается дверь тем установкам, которые вы создаете в моменте. Выйти на альфа-уровень довольно легко. Например, вот так, один. Сядьте, закройте глаза и расслабьтесь. Мысленно начните обратный отсчет от 10 до 0. Между цифрами проговаривайте фразу «Я погружаюсь все глубже и глубже». 2. Поочередно фокусируйте внимание на каждой мышце своего тела, двигаясь от пальцев ног до макушки. Старайтесь выходить на альфа-уровень перед началом выполнения любой техники, так вы в разы усилите ее действие. Вскоре вы заметите, что ваши мысли притягивают деньги в реальности. Они начнут приходить к вам из самых неожиданных источников. Чем больше у вас будет практики, тем сильнее будет становиться ваше подсознание. После регулярных тренировок вы научитесь привлекать деньги моментально, буквально за пару часов. Шаг 6. Устраняем сопротивление на пути материализации. Чтобы ваше денежное желание все-таки исполнилось, крайне важно искренне верить в успех. Но давайте рассмотрим вариант, когда желание упорно не хочет исполняться. Вы усердно делаете все практики, чтобы притянуть деньги силой мысли, но не видите результата вот уже который месяц. Вы настойчиво программируете себя на богатство всеми возможными способами, а денег не прибавляется или наоборот, долги растут как грибы. Это говорит о том, что у вас есть сильное внутреннее сопротивление желаемому. Так проявляется работа глубинных негативных установок, которые и препятствуют материализации. Возникает вопрос,
как притянуть к себе деньги, если разум сопротивляется. С помощью специальной медитации вы можете очистить подсознание от блоков и полностью устранить сопротивление. Этот простой шаг позволит привлечь деньги моментально или в разы ускорить процесс материализации. Шаг 7. Поддерживаем веру в успех. И напоследок немного мотивации, которая поддержит моральный дух. Пока вы испытываете на практике разные способы, чтобы притянуть деньги, работаете с подсознанием и ждете результата. Обязательно посмотрите 5 фильмов, которые вдохновят вас на успех. 1. Джой, про то, что каждый из нас может реализовать свои идеи и даже построить многомиллионную империю. 2. В погоне за счастьем, о вере, надежде, терпении и вознаграждении. 3. Дьявол носит Прада для тех, кто мечтает построить карьеру. 4. Эрин Брокович про мать-одиночку, которая смогла. 5. Стажер о том, что возраст успеху не помеха. Помните, что материализуется то, во что вы верите, и то, о чем вы постоянно думаете. Сделайте так, чтобы ваши мысли притягивали деньги. Поверьте в успех, чтобы привлечь в свою жизнь изобилие. На самом деле, вы и только вы способны управлять финансовыми потоками в своей жизни. Вы можете привлечь богатство или сделать так, чтобы ваша зарплата выросла в 2 раза. Ключ к этому – ваше подсознание. Чтобы притянуть деньги силой мысли, вам не понадобится много времени, особые знания и подготовка. Для начала попробуйте сделать простые 7 шагов, о которых я рассказал. Практикуйте с энтузиазмом, и тогда результат не заставит себя долго ждать.